Жанар. Жанья қайдыр? Жанья қайдыр? Ха, привет. Қалайсың? Қалайсың, Жанья? Өскесің ғой, үлкен қыз болып кетсің ғой. Молодец. Неде 42-те мектепте өлең айтасың деп естіп жатырмын ғой. Иә. Көрдім сені клипта түскен, Нұрсұлтан Нұрбердиевпен клипқа түскен видеоларыңды YouTube арнасынан көрдім. Күшті түсіпсің, молодец. Рахмет. Солай жалғастыра бер. Үлкен қыз бол. Жақында Алла бұйырса келемін. Благодаря международному давлению и настойчивости активистов, в среду 27 апреля Кайрата выпустят условно-досрочно. Дома его ждут жена и четверо детей. Но по условиям ограничения свободы Кайрат не сможет трудоустроиться, а его банковские счета будут заблокированы. Власти все равно не полностью освободят его и продолжат оказывать давление. Мы давно боремся за свободу активистов и призываем вас прийти 27 апреля, встретить Кайрата Клышева на свободе. Именно поддержка народа помогла ему не сдаваться под давлением силовиков. Чтобы поддержать героев, борющихся с режимом, вы сможете пересылать средства на карту жены Кайрата. Семье необходимо оплачивать коммунальные услуги, продукты питания, а также собирать передачи для политических узников, которые все еще находятся в тюрьме.